дети читают стихи. Моисей и Женя, 4 года. Курмазова Аня, город Чита, 8 лет. Николай Алексеевич Некрасов, мужичок с ноготок. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, мой сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост воз. И шеф свой важным спокойствием чином лошадку ведет под усы мужичок в больших сапогах, полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из леса вестила. Отец, слышишь, губит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосек. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая! Да 2 человека! Всего мужиков-то, отец мой, да я. Так вон оно что. А как звать тебя? Власом. А какой тебе годик? 6-й миновал. Но мертвая! Крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрее зашагал.